На пол положим паркетную доску, но сначала для дополнительного выравнивания и шумоизоляции по всей площади раскатывается пробковая подложка. Сама доска канадская, однополосная, из коллекции «Дуб Кантри». Сверху покрыта несколькими слоями шелковистого масла. Оно подчеркивает глубину и рельефность текстуры дерева. Для парадного классического интерьера мы обеспечили благодаря полу. У нас на полу паркетная доска дубовая, достаточно темная поверхность. Под орех она сделана, бразильский орех называется этот дизайн. И вы видите, получается такой контраст между светлыми стенами и темной деревянной поверхностью. Стены у нас изначально должны были быть темнее, серо-зеленые, но в процессе работы мы решили оставить их светлыми и обеспечить вот такой контраст.